Все это здесь, все это сейчас. Бодрхари против Забита Самедова. Те, кто не знают, что из себя представляют данные бойцы, это звезды, конечно, первой величины мирового K1. И история противостояния будет насчитывать уже третью схватку. Первая состоялась 26 сентября в Сеуле 2009 года. Там нокаут. Посоветовала сейчас. Вот налетел. Вот Забит налетел. Что, неужели нокдаун? Нет, посмотрите-ка, встает, но пошатывается. Такое ощущение, что Забит Самедов сделал выводы. Сделал выводы из того поединка, что сейчас. Нацелен нокаутировать Бадрахари. Попался слева. Тяжелое попадание это было в исполнении Забита Самедова. И сейчас пропускает уже, пропускает от Бадрахари. Вот тяжеленный удар. Понятно, что у Бадра были определенные проблемы, в том числе проблемы с законом, которые были, в общем, ни для кого это не секрет. И вот он опять с нами, жесткие попадания по печени. Зал непонятно, что скандирует. Не то Забит, не то Бадрхари. Не вполне понятно. Но тем не менее. Но стартовый запал. Такое ощущение, что немножко иссяк. Забит пропустил опять довольно тяжелые удары по корпусу. Ох. Показывает, что ничего не было. Опять Лу. Хорош. Едва не попадает. Бадрхари, золотой мальчик. Ну и возвращаясь к истории противостояния, который уже начал. 15 марта 2013 года. Гран-при 2013 K1 в Загребе, в Хорватии. Поражение единогласным решением судей. А вот и день сегодняшний. Ох ты! А вот вам и ответ на многие вопросы. В каком состоянии находится Забит Самедов и в каком состоянии находится Бадрхари. И это только первый раунд. Еще одно попадание довольно жесткое. Еще слева. Ну что, открытый размен под концовку первого раунда. Парень, конечно, в габаритах-то серьезно Забита Самедова превосходит, но тот по нему попадает сейчас пожестче. Поджимает канатом в исходе первого раунда. Еще одно, почти попал через руку. Хорошо выцеливает Забит. Бэкфист на исходе. Хорош. Бадр такое ощущение, что не ожидал. Конечно, выдался на заглядение. Просто на заглядение. Это надо просто смотреть. Вот он. Вот он, вот он, вот он, вот он. Здесь, конечно. На мастерстве все это было. Едва, кстати, не попал слева ногой по печени в контратаке. Забит, судя по всему, сделал очень серьезные выводы. Очень серьезные выводы из прошлого противостояния. Ну и теперь что? Конечно, ему надо в обязательном порядке, свою инициативу развивать. Если он Бадру сейчас даст каким-то образом перехватить инициативу, вес залпа на стороне марокканца. Статистика, но здесь статистика в меньшей степени интересна. Давайте посмотрим. Колено. Забит опускает голову с левым длинным таким боковым через руку. Старается попасть. Попал навстречу. Прямым попал боковой слева.
но внимательнее. Петр мощнейшие ноги, но, видимо, не до конца. Не в идеальной форме он здесь подошел. Не сказать бледная тень самого себя. Вот отворачиваться от него точно не надо. Бадр из тех бойцов, которые очень хорошо работают, если атакуют. Вышел из угла забит. Почти получилось встретить на контратаке. И, конечно, мы помним репутация. Репутация Бадра Хари. Мальчиш, плохиш, если что-то не получается, от этого парня можно ждать всего чего угодно. Тяжелый удар по корпусу прошел в солнечное сплетение. Потряс забитое. Правый сбоку. Без контратака. Попал слева. Попадает жестко, чуть-чуть застаивается забит. И сейчас уже Бадр Хари включает на полную мощность свою ударную машину. Ох, хорошо по защите. Попадет сейчас просто по корпусу. Или с подъема в солнечное сплетение. Апперкот. Хорош! Нокдаун номер два. Да встанет, конечно. Нет. Нет. Не встает. Не встает Бадр Хари. Понимает, что здесь не потянул. Около комментаторской позиции здесь сейчас творится что-то абсолютно невообразимое. Ну, конечно, победа забита Самедова над великим бойцом. Здесь по-другому и не скажешь. Сейчас я искренне надеюсь, что вся эта компания не рухнет. На комментаторскую позицию понятно, что здесь народу побежало много. Поздравляет забита Самедова. Призывает всех к порядку. Ну, у нас, конечно, если не сенсация.